катаем, поняли? Да, ну ты остаешься, собираешься, остаешься как нападаешь. Понятно? Оп! Штанги, штанги. Ну, другая, ножки больше. Все, ты остаешься, потому что нападаешь. Жесть, серый. Мяч, дай мне. Сегодня будем работать специально с темным мячом, потому что у темного мяча есть такая черта, его не видно. Вот. И когда все слишком хорошо видно, некоторые вратари привыкают к этому и смотрят вправо, левой рукой его ловят. А нужно чувствовать четко мяч, смотреть, быть очень внимательными. То есть темный мяч помогает вырабатывать внимательность вратаря. Это 50% успеха, внимательность. Как нападающий остаешься, Дима. Вдруг мяч пролетит, понятно? Оп! Все, все, уходит потом туда, молодец. Оп! Таймер, руки ставь, Дима, ты не поймал меня, ой, Серега, это тренер. Мячики можно попробовать. Больше работает тот, что в центре. Оп! Выбираю мячу. Ничего такого. Оп! Давай сюда. Давай, хорош, поймай, поймай. Сильно далеко не уходишь. Только разворачивайся. Оп! Дай на руки встать, поймай. Мяча. Во всем доме. Ножки. Очень просьба. Уже сразу самые разминки думаем про ножки. Маленькие шажочки. Приставные шажочки. Просто работаем вроде бы на друг друга, да? Но есть элементы, которые мы ищем. Можно было не падать, но отрабатывать уже. Тренинг лучше. Вот, вот так. Ну, давай, топай. Пойди с ним, пойди. Для себя, для того, чтобы ты привыкал к земле. Вот, да, да, да. Видишь, потому что... Я понимаю, сейчас это больная сторона. Но включай тело, потому что ты не упадешь на эту сторону, а упадешь по другому, ты конечно. Все впереди. А, я. За счет того, что я сделал два шага вперед, потом чуть-чуть оттолкнулся, я выше пошел, понимаешь? А пытался бы оторвать эту всю глыбу. Место. Оп. Да, Люс, хорош, хорош, отлично. Вот. Внимание было. Прием почти. Но хватка, это важно, это жадность. Она должна быть. Это моя. Нет, это моя. Отлично. Да. Я слышал удар, все четко. Ой, блин, сюда. Вот, хорошо, до конца, до конца. Вот. Ну еще. О. Ай-яй-яй. Да, в результате, понимаешь?
потому что есть там люди. Технари, они пропускают его. Я просто помогаю себе, я же не, даже не за листовка, это просто спасение тела от лишнего шума. Давай, его хороший. Да, да, уже отработано. А? Уже отработано. Но уже хочет пойти. Давай, выскочишь так, что уже не держит, падайте, потому что... Давай, Андрюка, вот, оторвался, хорошо. Почувствовал, что не ловишь уже, уже не хватает. Хоть дай ему толчка, где его? Ну, пожалуйста, видишь, тут на завалочке идет, ну хоть касайся. Там бывает палец. Давай, Андрюха, отлично, красавчик. Видишь, он адаптирует. Он вылетает, а там уже как мать его дела, ну как бы. Кому ее дать? Он катится, видишь? Это не самый эстетичный бросок, но все соблюдено. Ну уже там ничего было другого. Вардыха, да. Старайся ловить. Все нормально, но старайся ловить. Вот у него, и вы старайся ловить, пожалуйста. Я тебя и хвалю, и говорю, что можно учить ее. Спасибо большое, спасибо. Давай, красавелла. Здорово. Андрюха, вот, да, да, впереди, отлично. Непредсказуемый мячик, впереди тебя. Было выше, было выше. Первый. Не спускай. Ай! Лёшка, возвращайся спокойно. Пацанам ещё немножко. Артур, можешь сюда зайти, так сюда. Чтоб тебе было хорошо видно. Ты же видишь, когда в тебя летит, а? Ну, конечно. Слышь, тебе не даю слабые мячи, не переживай. Да, да, отлично. Вот, ты прижал. Гнёздышко, всё время думаю об этом. Мяч поставил, я больше ничего не буду делать, как у вас. А времени у вас. Иди, Юра! А время у нас думать нет. Выходи! Что за выбора у меня большого не было? Стоять на ногах? Зачем? Вот, да-да-да, и фини, вот, лучше завалить, вот. Не давай, я ему делал вот этих вот резких. Стоять на ногах, оно не нужно. В армии из грузовика прыгают, потом их заставляют падать. Не было перелома. Тут можно ловить, можно не ловить. Я не почувствовал, что я оформил еще три. Ой, красавчик, да, да, да. Старайся не думать. Режь угол, вперед немножко, понял? Ой, давай, Андрюха, отлично. Не, отлично, нормально, молодец. Я хочу сказать, что это парни ДЦПшники. И то, что они делают для ДЦПшников многих, это фантастика. Даже для обычных вратарей, даже достаточно профессиональных. Потому что Андрей умудряется делать, несмотря на свой... несмотря на свои проблемы, он все больше и больше это делает результативно очень. Это меня очень радует. Да, и прижала. Прижал, что-то болит? Что-то болит, нет? Поехали. Вперед, Андрюха, вперед на мяч. Вперед почему? Куда мы срезаем? Я даже... Он не успевает долететь до угла, он ему раз подрезали. Подрезай крылышки удару, понял? Да, 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 давай. Дают ей много неудобных мячей. Потому что в матче будет
Давай, отлично, да, да, хорошо, не закрывай глаза. Голова, хорошо, молодец. Поднял, смотрел до последнего. Понятно, я... Ну, в девятке что, я бы хотел такой... Потянуть, да? Это, видно, еще не мой момент. О! Есть мячи, где смысл стоит, а вот отлично, здорово. Вот. Просто забываем, что ДСПшники, начинаем понимать, что все возможно, но много работы. Было уже много работы. Устал немножко, не? Парочку дальше я пойдем, да? Красиво. Подержи, Андрюха. Прием мяча. Вот, долавли. И вперед, вперед, сюда на мяч. Не даем ему. Здесь мог стоять игрок, вот здесь. И подправить пузом прямо в ворота. А ты впереди него словил, понял? Оп. Отлично, Андрюха, да, да. Низом. Ой, хорошо, только ручки чуть-чуть быстрее. Все хорошо пошел. Ручки быстрее, впереди. Ощущение, что мяч пульсирует у него сердце. Ой, хорошо, да, да, вот это очень уверенный в себе прием. Молодец. Просто, всем спасибо. Там тебя ударит, и хоп, раз, успех. Просто прилипает, извините. Давай. На мяч, Андрюха, еще добивай, добивай, добро. Это я дал косолапый специально. Который летит и не летит, и по центру, и... Низом. Вот, хорошо, хорошо. Не надо варианта. Ну, достаточно сильно, чтобы там начинать бежать ногами. До конца. Вот. Хорошо. Хорошо. Видел, ножки у меня сами. У меня стопики там. Хорошо, Дюха. Четче, не жду, четче. Не отворачивайся. Понял, никаких ушибок. А мяч словил высоко. Бежать к нему смысла не было. Я его не словил, ударился бы от зубов. О, ясно, до конца. Хорош. Давай последних по два раза каждый. Ладно. Раз, до конца, до конца. Ну, чуть-чуть живее. Чуть-чуть живее. То есть резче немножко мяч. Понял? Давай. О, красавчик, отлично. Ну, неприятные такие мячики. Ну ладно, они же нужны. Снимай еще паразик. Вот, еще, Андрюха. Ну ничего, ничего, давай. Давай я еще раз. Неплохое, просто что отлетел в поле, видишь? Знаешь, ну что, Андрей, ты расслабился, Андрей. Андрюха расслабился, конец тренировки. Крокодил не ловится, да? Я шучу, Андрюха, все хорошо. Это нормально. Ну сейчас ловимся. Оп! А, красавчик, смотрите, это чудеса просто, да? Давай мне разочек и все, мы уходим. Я доволен очень тренировкой. Андрюха. Молодец. Я там горишь, это видно.
Говорят, там два, это нормально, нормально человек. Ты видел, ты сейчас попробуешь все пустили жидкости, да? Вот. Очень попрошу. Думай об этом. Перед тренировкой целый день доходи до 2 литров под тренировку, да? Ну, мне всю жизнь выгодно. И за час до тренировки уже там пить много не надо, можно полстаканчика, стаканчик за 20 минут, так чтобы не было. А вечером час после тренировки, час. Дай ему вот так вот все. Опять можешь пить. Лимончик добавь. Вылез, выдавлю один лимон на 1,5 литра. Да, увидишь, что чекается, будет витамина С много. Судор, тебя лучше заработать сегодня. Ну, да, совет. Молодец, только я, ну, мне очень приятно. Ну, вообще, я сам по себе рад. Ну, вот, так это хорошо. Возьми желтый, переставь, у тебя будет линия. Оператор, поэтому я буду к нему обращаться в камеру. Вот только подходи к нам. Смотри, вот я стою сейчас с Андреем. Андрей это, ну как бы скажем так, мой ученик. Вот по голкиперскому делу. Андрей, он ДЦПшник, да, так и не скажешь, но вот команда наша, она, всех есть эта проблема, да. Вот, я хотел такие, может, некорректные вопросы спросить, а вообще тебя задевает, вот когда люди там говорят, о, вон смотри, он ДЦПшник, там, или вообще про тебя так говорят. На самом деле, поначалу в детстве задевало, да, я себя чувствовал так неполноценно, да, я хотел доказать, что люди с проблемой, они могут полноценной жизни жить. Вот. Некоторое время поездил на чемпионат и понял, что люди с такими проблемами, они гораздо добрее, что ли, сильнее духом, поэтому я просто хотел почему сказать об этом, потому что вот я на тренировке, я сейчас работаю с ребятами. Сегодня у нас для тебя 4-я тренировка, да, по-моему? 4-я тренировка после там буквально, ну, 2 лет мы не работали, да, у вас же не было никакого голкиперского. Вот, и я просто чувствую, ну, каждый день прогресс. Сегодня особенно меня очень часто они обрадовали с Антоном очень сильно. Вот, и это не просто случайно, это все закрепляется все больше и больше. Поэтому мне захотелось этот вопрос задать, потому что я и тренировался, и играл в командах, и достаточно профессионально. Даже в команде высшей лиги в Бельгии я встречал вратарей, которые мне было, ну не восхищался ними вообще. Вот, хотя были и реально звезды, которых тоже стоит сказать. Вот ребята, ну, я в них чувствую. Я не чувствую, что они чем-то хуже, даже тех же профессиональных вратарей. Понятно, что сейчас мы еще очень далеко, конечно. Потому что 4-я тренировка, люди никогда вратарями не готовились быть. У них был я, это 2 года назад, я там провел, может, тренировок 7-10, не знаю, как-то так. Потом 2 года меня не было. Но ребят никогда не было в вратарской подготовке. И они, несмотря на то, что они не юные, то есть они же не по 10-9 лет, а ребятам уже по 20. Несмотря на это, они очень хорошо прогрессирует, я чувствую мотивацию, я чувствую старание. Хотя вначале они меня немножко пугали, потому что действительно я ощущал вот это вот, что ДЦП, оно дает очень большой минус. Вот. Но сейчас я начинаю этот минус, мы как-то его обходим стороной, мы прорабатываем, они стараются, и все вместе это дает такой иногда очень удивительный результат. На видяшках, наверное, это даже будет видно. Вот. Поэтому я хочу вас поблагодарить, Андрей, за то, что вы сами для себя стараетесь, и мне это помогает, потому что очень приятно делать что-то и видеть, что это приносит результат. Хочу повторить, что всей команде нужна, в принципе, помощь, которую они никого не просят, особенно, но вот поле им было нужно, они предоставили, слава Богу, город спорта, молодцы, великолепная арена, всем рекомендую сюда приходить, тренироваться, у них классные поля, вот, но так по большому счету ребята все делают на энтузиазме на своем. Дмитрий Сабуров, тренер, вообще человек золотой, я его с детства знаю, играл с ним и в Sky, и в Динамо, и в Красном Эскаваторе, и за сборную города и Украины, поэтому молодец, просто человек золотой, я знаю, что ребята его очень сильно ценят, но им нужна помощь, они не умеют просить, они не умеют клянчить, они просто знают хорошо свою работу и делают ее просто, как сказать, ну, душой уже сколько лет. Поэтому люди, у кого случайно есть какие-то лишние деньги, которые вы тратите непонятно на что, ну, можете помочь этим ребятам. Я не говорю там какую-то финансовую, там просто может купить им хотя бы хорошие мячи. У них нет мячей. Смотрите, я беру пляжные мячи, которые у меня валялись дома. У меня были мячи, но я их поставлял по всему миру. Вот, это мои мячи.
можно принять какую-то хорошую форму или костюмы, какие-нибудь бусы, ну то есть инвентарь, хотя бы инвентарь. Если хотите им помочь больше, у них у всех тяжелая судьба, вы можете организовать какой-нибудь ужин, да, например, для них, или какую-то рекламу, да, может кто-то захочет им помочь. Все, каждый делает как сколько может, я делаю сколько могу, когда могу. Вот. И хочу, Андрюха, тебя поздравить, ты мне сегодня спасибо. Просто поднял настроение своей тренировкой. Вот. Спасибо, что взял это на работу. Да нет, это мне приятно. Вот. Приходите. До свидания.